Встретили с огоньком и взрывами. Трое смолян в регионе получили рваные раны в новогоднюю ночь. Как нам рассказали в МЧС, все пострадавшие нарушили правила обращения с пиротехникой. Два случая произошли в Рославле. У 24-летнего местного жителя фейерверк взорвался прямо в руках, повредив два пальца. Еще одного жителя райцентра также оторвало палец на руке. Третий инцидент произошел в Сафонове. В результате 43-летний мужчина получил множественные раны предплечья. Спасатели напоминают, что фейерверки не являются безобидной и безопасной забавой. И запуская их, следует соблюдать строжайшие меры безопасности. Делать это только на специальных площадках, находиться от точки запуска не ближе 30 метров, не бросать петарды под ноги людям и животным и не пытаться повторно поджечь ракеты, если они не сработали.